Термометрия, сатурация, консультация с врачом, и вот пациенту уже ставят прививку. Весь процесс занимает не больше 10 минут, поэтому длинных очередей на пунктах вакцинации в Канске нет. Нет их еще и потому, что с конца лета медики наблюдают некоторый спад желающих поставить прививку от коронавируса. При этом четвертая волна эпидемии нарастает. Я поставила вакцину Light, никаких симптомов у меня не было. Почему вы проверили? Потому что один раз ставится, однокомпонентная. Как процедура вообще проходит? Все быстро? Все быстро. Один из временных прививочных пунктов находится в Порт-Артуре. Вакцину ставят при наличии трех документов – паспорта, СНИЛСа и медицинского полиса. Медсестры говорят, день на день не приходится, но сейчас желающих пройти вакцинацию стало больше. Одна из причин спроса – прививочные сертификаты, которые здесь выдают сразу на руки. Также пациенты на месте могут подобрать себе наиболее подходящий препарат. Спутник Лайт идет до 60 лет. А гамка Витвак уже можно ставить и после 60 лет. Гамка Витвак идет эффективнее, чем спутник Лайт. Если у спутника Лайт идет эффективность больше 95%, то у спутника Лайт где-то 90-85%. Выдаем сертификат сразу на первую прививку, если не даже приходит на спутник Ви, которая двухкомпонентная. По данным эпидемиологов, первым компонентом уже привились 29 500 жителей Канска и Канского района. В2 сделали 27 648 человек. Это 42% от всего населения, тогда как для выработки общего иммунитета, сообщают врачи, необходимо вакцинировать 70% граждан. Также медики говорят, согласно статистике, препараты помогают гораздо легче переносить болезнь. Я могу, с полной ответственностью сказать, что вот из этих 26 тысяч В2, 29 с половиной тысяч В1, ни один из получивших вакцину, ни один из них не попал в стационар в связи с тяжелым каким-то развитием течения в поствакцинальном периоде. Не было случаев тяжелого осложнения после прививок ковида. Самое большее, что может быть, подъем температуры в течение 2-3 дней, болезненность вместе укола и небольшая ломота в теле, как при начальных признаках гриппа. Все. Напомним, в Канске работает 3 пункта бесплатной вакцинации от коронавируса. Поликлиника номер 1 на 40 лет октября, 2-я поликлиника Наурицкого и 27-й павильон в Порт-Артуре. Напомним, для того, чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь 3 документа. Паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.